обратила свое пристальное внимание. И большинство как бы, вот, процентов этого, это благодаря моему спонсору, золотому мастеру Ольге Анофриеву. Она сделала великую вещь, она меня вытащила на события. Другого слова подобрать не могу, именно вытащила. Это были поляны, это были одни из первых событий, которые компания начала проводить для всех веток в таком небольшом масштабе. И, естественно, бывшие клиенты меня поймут, я приехала туда с очень критичным взглядом. Собственно говоря, если честно, говорить, я приехала искать недостатки. Я их нашла, это естественно. Вот. Потом, оглядываясь назад, я понимаю, что бывших сетевиков, как и бывших милиционеров, не бывает. Вот, все равно оно вот это вот сыграет. И я сидела на стуле, может быть, ну, кто-то из вас сейчас так сидит, знаете, вот в таком, в такой позе, вот так я сидела, да? Кто-то узнает себя? И через ряд, через проход сижу, вижу такого же, как я. И мне стало весело, думаю, ну, слава богу, не я одна. Вот такой же сидит человек в закрытой позе, с критичным отношением ко всему, что на сцене происходит. Вот. И все. Событие прошло. Конечно, я для себя что-то взяла, но не до конца, не на 100%. И через полгода происходит следующее событие. Те же поляны. И произошла одна вообще вещь, которая меня просто подняла. Вызывают на сцену новый мастер компании и называют фамилию этого человека, который сидел через меня в трамвае. Я села, это было оскорбление для меня. Я еще сижу таких изумрудах. А этот вот такой же, ну мы-то с ним вместе, он же такой же, как и я, какой мастер, о чем вы? Это был золотой мастер компании Анатолий Борисов. Это был январь месяц. И в марте, через 2 месяца, я тоже открываю мастер. Я не могла пережить того, что кто-то вот этот успех поймал, кто-то стал эффективным. Вот весь вопрос эффективности, потому что я на этом событии задала себе один простой вопрос. Что ты делаешь здесь в компании? Ты здесь учишься, что-то ты тусишь. Ты занимаешься, как многие из нас, к сожалению, имитацией горной деятельности, там школы и что-то такое. Как бы мы ни крутили, как бы мы ни хотели, квинт и центр, хорошее слово сказала, выговорила, слава богу, наши эффективности – это наш статус и это наш чек. Нравится это кому-то или не нравится. Когда ввели систему развития бизнеса в World Climate, знаете, я в структуре своей тоже увидела одну очень хорошую для меня опытную такую вещь, личностное отношение к чему-то, к какому-то событию. Об этом вчера тоже ребята говорили. Если что-то мы умеем, если мы где-то на волне признания, нам это все нравится. Как только у нас что-то не получилось, или где-то у нас какая-то проскачка, мы начинаем, большинство из нас, искать причины где угодно, только не в себе. И вот у меня в структуре несколько человек, которые, когда только ввели систему развития бизнеса, они стали получать премию. А маркетинг сегодня только ввели. Я говорю, ну как маркетинг, супер, классный, вот это наконец-то, будет вообще обалдеть, мы такие чеки получили. Прошел месяц, прошел два, на третий месяц нет премии. Галя, это что за маркетинг такой, а? Сделай. Это что такое? Вот раньше было, да, а сейчас вот вообще никак. Я говорю, а почему? А потому что вот денег нет, это стало меньше. Я говорю, а почему денег нет? Вы премию получили в этот раз, а я уже вижу, что нет премии. Нет, это же тяжело, и тогда. Я говорю, что вы делали? Опять вопрос эффективности. Знаете, я одного лидера слушала по роликам, и он сказал, хотим мы или не хотим, нравится нам или не нравится, меняем мы компании или не меняем мы компании. Систему не обманешь. Серьезные деньги будут зарабатывать только лидеры в индустрии МЛМ. Поэтому вопросы эффективности и
вопросы к себе. Я вот очень желаю всем, особенно новеньким, кто приехал первый раз на события, задать себе простой вопрос. После того, когда вы увидели ребят, которые стояли, мы их награждали, и которые вот у нас такой хороший красный, нитью прошли вот эти системы развития бизнеса, ребята, которые используют все деньги, которые предлагает компания. Давайте возьмем эти деньги, компания дает. Это маркетинговые деньги. И вот те, кто уже, мы увидели этих ребят, вот те, кто еще здесь не стоял, вот давайте это сделаем. Давайте станем классными, эффективными. И наш любимый коралловый клуб будет гордиться. Наш любимый коралловый клуб будет на высоте вместе с нами. Успехов вам!